Придется их дети, придет в сотый раз Прометей. И все будет по-прежнему, все это будет и будет. Нас кружить, как в метель, как в метель. Разрывая круги, мы никак не сорвемся с орбиты. Мы похожи на рыб, проглотивших могильных червей. Мы обычные люди под гнетом обычного быта. Бесконечно рожающие сыновей, дочерей, прочих ангелов, бесов, отступников, полукровок, провокаторов, первопроходцев, гробовщиков. Наши мысли сковали нас туже цепей и веревок. Мы как свора бездомных, оголодавших щенков. Неужели все это, скажи, неужели все это так задумывалась? Ты задумывалась хоть на миг? Книги мертвых молчат, и молчат утомленные вены. Удивленно взирая на нас, как когда-то на них. Тех, кто был до того, до всего, что известно науке. До падения, до греха. У детей будут дети, у внуков появятся внуки. И опять, как когда-то, все смоет река. Справедливости, ни земного, ни здешнего счастья. Обреченного мыкаться и терпеть, и терпеть. То, что мы разрываем себя и пространство на части. То, что мы не меняемся и не изменимся впредь. А надежда, ну да, существует, конечно, надежда.
Тема живы немногие. Кто все видит насквозь? Дальше будет сценарий, который не раз уже прежде опрокидывала навзничь и нас, и земную ось. Я бы мог исказить, перебрать, не рождаться здесь больше, стать забытым сюжетом из свитков Упанишад. Милый Боже, мой милый и всепрощающий Боже, помоги нам прожить, а потом помоги убежать. Милый Боже, мой милый и всепрощающий Боже, помоги нам прожить, а потом помоги убежать, убежать.